Микаэлис Парачино – основатель и генеральный директор оперного театра «Бельканто» в Вашингтоне. Он специализируется на «Бельканто» – итальянском стиле пения 17-19 веков. По словам Микаэли, оперных исполнителей Шиньюнь Пифоминац можно сравнить с великими итальянскими певцами в стиле «Бельканто». Музыка фантастическая, оркестр великолепный, песенное исполнение очень профессиональное, прямо как китайский Паваротти. Понравилась господину Спарачино и философия представления Шиньюнь. В это шоу заложена идея мира, а также сосуществования и взаимной поддержки. Прекрасная философия. Я хочу воодушевить всех посмотреть это представление, потому что это очень вдохновляющее, жизнеутверждающее и развлекательное событие. Кэрил Фишер – пианистка и художница. Также она основатель и директор серии культурных мероприятий State of Arts в Вашингтоне. Думаю, сегодня вечером моя душа была наполнена красотой представления. Оно просто захватывало дух. Цвета, хореография – все в нем было настоящим произведением искусства. Госпожа Фишер видела представление и в прошлом году. Когда люди приходят на такое представление, как у них может возникнуть мысль о войне или о чем-нибудь негативном? Оно полностью положительное. Думаю, оно именно поднимает человечество на другой уровень. NTD, Вашингтон, округ Колумбия, США.